С 27 сентября Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения с Арцахом. А сегодня вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению военных и гражданских инфраструктур Вартенийского района, расположенных на международно признанной территории Армении, нацеливаясь также на гражданское население, в результате чего погибло одно гражданское лицо. Также был обстрелян гражданский автобус. С утра истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух и обеспечивали нанесение бомбардировочно-ракетных ударов по населенным пунктам и сухопутным подразделениям вооруженных сил Армении. Многофункциональным истребителем F-16 Турецкой Республики в воздушном пространстве Республики Армения был сбит Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб. Вооруженные силы Армении в районе Вартениса сбили азербайджанский беспилотник.